Целый ворох проблем. Главным образом в обороне. Здоровы только три защитника, а в лазарете Рио Фердинанд, Неманья Видич и Гарри Невилл. Поэтому команде сэра Алекса Фергюсона важно в первую очередь думать о безопасности собственных ворот. В нашей ситуации очень важно сыграть на ноль, ну и по возможности забить. Таков наш план на игру. Надеюсь, нам удастся его выполнить, заявил Фергюсон. В атаке у Манчестера все гораздо лучше. Главный тренер англичан наверняка вернет состав Райана Гиггса. Валиец пропустил последний матч чемпионата Англии против Миддлсбро, оставшись в запасе. Криштиану Роналду в отличной форме и недавно получил приз «Игрок года» в английской премьер-лиге. Также сможет сыграть Пол Скоулз, который отбыл дисквалификацию. Наибольших проблем в составе Милана, по мнению Фергюсона, может принести бразилец Кака. Он здорово двигается, оказываясь на разных участках поля. Впрочем, английские команды традиционно применяют зонный принцип игры в обороне, но мы все равно должны быть с ним особенно осторожными, тем более учитывая наши проблемы в обороне. Надеюсь, мы справимся. Итак, матч Манчестер Юнайтед-Милан сегодня, Челси-Ливерпуль завтра. Напомню еще раз, что делегатом на завтрашнем матче будет Николай Левников, судить будет Маркус Мерк, а сегодня судить будет Кирос Вассерос, арбитр из Греции. И теперь мы уже связываемся непосредственно с Манчестером, со стадионом Олд Траффорд, где Василий Уткин готовится начать репортаж об этом матче. Василий, добрый вечер. Добрый вечер, Миш. Скажи, пожалуйста, у Манчестера сложнейшая ситуация с составом, с защитниками. Один за другим выбывали Невилл, Сильвестр, Видич, Фердинанд. И вот в составе полубольной Эвра. Не получил ли, во-первых, кто-то на разминке травму, потому что уже это какая-то катастрофа, во-первых. А во-вторых, что говорят в Манчестере? Нет ли там среди вот болельщиков какой-то паники в связи с тем, что, собственно, дублирующий состав именно в обороне? Ты знаешь, Миш, безусловно, это внушает тревогу. Я не особенно общался с болельщиками, потому что, в общем, так получилось, что уже спешил и сегодня, собственно, в день матча приехал в Манчестер. Но мне очень повезло, я живу в одном отеле, в частности, с Михаилом Лаудрупом. Набрался наглости, обсудил этот вопрос с ним. И, ты знаешь, ну, Лаудруп сам тренер, он сказал, что в данном случае не главный вопрос, безусловно, не в персонале, а в том, что, так сказать, будет сопутствовать этому. В том, насколько удастся правильно их построить, настроить и так далее и тому подобное. В общем, конечно, слова общие, но и ситуация это не нова. Бывает такое. Да, ну а тогда уж, если про Лаудрупа, он отделался действительно общими словами или что-нибудь конкретное сказал, как по его мнению будет складываться сегодняшний матч? Он сказал, что по его мнению сегодня все может решить один гол. Это наиболее конкретное из того, что он сказал. Вот любопытно, как раз мы тут обсуждали на футбольном канале, у нас ощущение, что сегодня должно быть несколько голов, чтобы не сказать много. Ну а тогда, может, твои личные ощущения? Мои личные ощущения недаром, Лаудруп не работает у нас на канале, я тоже думаю, что голов сегодня будет больше одного. Хорошо, ну я не буду спрашивать про атмосферу, как это все происходит на Олд Траффорде, понятно. Новости утренние у нас еще были. Может быть, что-то вечерние газеты какой-то информации добавили. Может быть, ну, там, не знаю, во-первых, какая, кстати, погода в Манчестере? Погода очень хорошая, не жарко и не холодно, прекрасный вечер. Я бы сказал так, вот по ощущениям московским, прекрасный майский вечер. Дождя нет, сухо, не влажно. Сейчас специфика атмосферы вот в эти минуты, сейчас меньше, чем за час до игры, уже за полчаса практически до игры на Олд Траффорд, заключается в том, что миланские болельщики давно уже заняли свои места, а английские, они в огромном количестве были вокруг стадиона. Но вот так получилось, что все действия Милана, разминочные, тренировочные и так далее, были встречены очень активно, бурно, пением и прочее. А вот все, что касается Манчестера, ну так похлопали чуть-чуть и все. И я бы еще отметил, что, видимо, действительно очень волновал вопрос вратаря миланских болельщиков, потому что Диду они встретили очень тепло. И, ну, как-то появились Калыч и Дида, повисла такая пауза, кто из них станет, собственно, займет место вратаря, кого будут разминать с самого начала. И когда стало ясно, что это Дида, сектор взорвался просто аплодисментами. Ну хорошо, а кстати, вот про болельщиков ты сказал, не было никаких инцидентов, потому что взаимоотношения
манчестерских болельщиков с итальянскими в свете вот последнего визита в Рим манкунианцев и наоборот римлян в Манчестер такую остроту приобрели. Ничего страшного сегодня не случилось. Миша, что я могу сказать, полиция ровно столько, сколько и всегда. Я прошел сегодня по центру города и на стадион приехал на трамвае, и везде я видел соседство итальянских и манкунианских болельщиков абсолютно мирное. Если они в чем-то конкурируют, так это в пении песен. Вот, собственно говоря, и все. Очень хорошая конкуренция. Спасибо, Василий. Последнее, что я хочу сказать, да. Миш, поскольку ты у нас оказался комментатором раритетного репортажа, когда Манчестер выиграл 7-1, естественно, этот репортаж уже вошел в историю Манчестера, памятный матч. Миш, здесь уже есть майка, посвященная этому специально, она будет у тебя. Большое спасибо. Я надеюсь, что после сегодняшнего матча еще одну такую майку выпустят. Какую-нибудь другую, наверное. Ну, может быть, немножко другой счет будет. Спасибо Василию, с ним вы встретитесь буквально через несколько минут, когда он уже начнет непосредственно комментировать события, происходящие на стадионе Олд Траффорд, но еще чуть-чуть предвосхищая этот репортаж, давайте быстренько посмотрим на составы команд. Собственно, сюрпризов здесь никаких нет, за исключением, может быть, появление все-таки Эвра, не совсем здорового. В последних играх Man United он выходил на замену только. Оши, Эвра по краям, Браун и Хайнс и центр обороны. Очень проблематичный, конечно, для Манчестера. Флетчер, Каррик, Скоулс в полузащите. И это, видимо, будет такой центральный кулак, потому что есть еще два фланговых игрока. Это Гиггс и Роналду. То есть Флетчер будет тоже играть, судя по всему, ближе к центральной зоне. Ну и впереди Уэйн Руни. И состав Милана. От Денеста, Мальдини, Янкуловский. Это та линия обороны, которая обычно в Лиге Чемпионов играет. В центре Зеедорф, Гаттузо, Амбразини и Пирло. Ну, Пирло, наверное, чуть ближе к своим воротам. Зеедорф чуть ближе к чужим и ближе, соответственно, к левому краю. Кака вот в этой схеме 4-4-1-1 на том месте, на котором он, собственно, больше всего и любит играть. И впереди Джилардино. Филиппо Инзаги остался в запасе. Ну, а подробнее обо всем этом вам уже расскажет непосредственно Василий Уткин. Еще раз повторю, через несколько минут. Ну, а мне остается еще вам сообщить просто несколько новостей, не имеющих, наверное, отношение к Лиге Чемпионов, но имеющих отношение к итальянскому и британскому футболу. В Италии сегодня новости две основных. Уволено два тренера в командах Мессина и Палермо. У Мессина ушел Бруно Джордано, причем любопытно, что второй раз уже в этом сезоне увольняют. В середине года он возвращался, и вот теперь уволен во второй раз, Мессина на предпоследнем месте. Ну и Палермо задачу не выполнил, шел долго в четверке, а теперь от четвертого места отстает уже на 7 очков и в Лиге Чемпионов, видимо, не сыграет. Так вот, Франческо Гвидолин ушел, а вот его помощник Ренцо Гоббо, который вроде должен был уйти вместе с ним, напротив остался. У него, похоже, ситуация близкая к той, что была в «Зените» у Владимира Боровички, потому что сам он не может контракт разорвать, и к ближайшим играм Палермо будет готовить команду именно он. Что касается футбола британского, то здесь новости в основном из Шотландии. Лучший игрок чемпионата этой страны, ну, страны в футбольном отношении, так Шотландия страной не является, Сунсуки Накамура заявил, что ближайший сезон проведет в составе Селтика. Ну, лучшим он был признан недаром, теперь именно через него строится игра Селтика, и как заявил сам Накамура, хочет выиграть в составе глазгвианцев третий чемпионат подряд. Иржи Ерошек, напротив, скорее всего, уйдет из Селтика. Он сказал, что мечта его перебраться обратно в Англию, ну и скорее всего, права на него приобретет лондонский Тоттенхэм. Ну, а что касается главного тренера, новоиспеченного чемпиона Шотландии Гордона Стракана, то он намерен вести переговоры об улучшении условий своего контракта. В принципе, у него соглашение с Селтиком еще на один год, но Стракан хочет увеличения заработной платы. Еще сообщение, теперь уже из Испании. Мадридский Реал собирается
отдать защитника Павона. Тот намерен перебраться в английскую премьер-лигу, а именно в Болтон, который хочет заключить с ним 4-летний контракт. А вот приобрести Реал хочет бразильца Диего, играющего за Бременский Вердер. Эта новость появилась уже в нескольких испанских газетах сегодня. Ну и, по мнению руководства клуба, как раз Диего должен стать ключевой фигурой в полузащите Реала в следующем сезоне. Барселона сегодня прибыла в Египет, как ни удивительно, после поражения от Вильяреала в очередном туре чемпионата страны. Казалось бы, нужна серьезная подготовка к оставшимся матчам чемпионата, потому что рискуют потерять свое первое место каталонцы. Тем не менее, вот в такой непростой момент клубного сезона команда Франка Рейкарда практически в полном составе отправилась на товарищескую встречу с клубом Аль-Ахли, который празднует свой юбилей. Напомню, что Аль-Ахли, одна из лучших команд Египта, участвовала в частности в последнем розыгрыше клубного чемпионата мира, чемпион страны на данный момент. Ну и вот в середине недели, а именно завтра, Барселона сыграет товарищескую встречу с египтянами. Ну, сама по себе контрольная игра в середине недели, ничего страшного, но вот путешествие в Каир и обратно, возможно, и не лучшим образом скажется на состоянии игроков. Ну да, Райкарду, наверное, виднее. В Германии, что произошло сегодня, Шальке подписал на 4 года контракт с капитаном, нынешним капитаном франкфуртского Айнтрахта, американским немцем Джерминым Дженнесом. В этом году Джерминым Джонсом, прошу прощения, Дженнес, конечно же, игрок другой команды. Джонс в этом году играл очень мало, провел всего 4 матча за основной состав Айнтрахта, у него были травмы, но вот тем не менее Шальке не отказался от мысли приобрести этого футболиста, и в следующем сезоне Джонс переберется уже в Гельзенкирхен. Ну а нападающий Баварии Роти Санта-Крус вынужден будет, скорее всего, искать себе новый клуб, и, как сообщили сегодня испанские газеты, в частности АС, за этого нападающего севильский Бетис готов заплатить 3 миллиона евро. Бавария, скорее всего, не попадет в Лигу чемпионов на будущий сезон, и тогда Отмар Хитцфельд расстанется сразу с 8 или 9 игроками, как он сам сказал, будет строить новую уже Баварию. Вот, собственно, и вся информация. А теперь возвращаемся уже непосредственно к Лиге чемпионов, и через несколько минут в компании Василия Уткина вы увидите замечательный футбол Манчестер Юнайтед Милан. Я же с вами прощаюсь до следующих встреч на канале НТВ Плюс Футбол. Счастливо!